Афанасьев. Перевод на Гафиатуллина. Наброс еще один. Подставление неудачное, но шайба осталась у Ефимова. Под контролем. Матвей Ефимов. Перевод на противоположный край. Афанасьев. На Ефимова передача напрашивает сейчас, но уходит она вправо. Не опасно здесь. Афанасьев. Ближается. Можно бросать бросок. Но на Приянова шайба попадает. Подбор за динамовцами. Садыков. Борьбу проиграл своему оппоненту. Хайрулин затянул с выбросом из зоны. Ошибается Хайрулин. Шайба остается в атаке. Гафиатуллин. Низом бросок. Мелезяна. Гол! Подбирает шайбу динамовцы. Такой трудовой, рабоче-крестьянский гол в исполнении хозяев и Садыков на пятаке. После броска Гафиатуллина сумел шайбу добавить уже в пустые ворота. Голкипер у волны был отыгран. 1-1. Становится счет на 14-й минуте первого периода.